Салам алейкум. Сегодня у нас на обзоре Chevrolet Cruze. Двигатель 1.6. Блок управления двигателем Delphi MT80. Вот у меня автомобиль сдал шанс. Украинского, по-моему, производства, если не ошибаюсь. Там коробка автомат. Блок такой же, кстати, на двигателе стоит MT80. Вот сейчас идет у нас чтение с блока управления двигателя. Ждем окончания считывания. Блок MT80 Delphi. Три провода на катушку идет. Получается, вот. И свечные провода. Такая система здесь. Так, остается у нас уже 7%. Ждем. Операция завершена у нас успешно. Нам нужно сохранить теперь файл. Так, сохраним его на рабочий стол. Есть. Вот она, наша прошивка. Сейчас будем смотреть ее. Продолжаем наш Chevrolet Cruze. Прошивочка готовая. У нас Power называется. Под Евро 2 нормы токсичности. Вот. Сейчас запишем, посмотрим, как заведется. Операция у нас завершена успешно. Операция, да. Так, пойдем к автомобилю. Зарядник тоже подкинул я. Чтобы ничего не случилось, на всякий вдруг аккумулятор просядет. Кирпич особо нет желания получать. Так, садимся в автомобиль. Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Заводим. Заводим. Ждем. Резко газ пол. Нормально, бодренько набирает. Отлично. Еще раз. Все, автомобиль готов. Можно отпускать.